Продолжаем новости. В соответствии с региональным планом озеленения населенных пунктов и создания зеленых зон Жамбылской области на период 2021-2025 года, в этом году в регионе должны быть высажены 179 тысяч деревьев на площади 152,2 гектаров. Однако план был перевыполнен, и по последним данным, в общей сложности уже высажено более 207 тысяч штук саженцев. Подробнее в материале. В соответствии с поручением главы государства, озвученным в послании народу Казахстана, в стране предполагается высадить 2 миллиарда саженцев, из которых 140 миллионов планируется засеять в лесном фонде Жамбылской области. С этой целью в текущем году запланированы лесопосадочные работы на площади 7100 гектара. Весной на 3100 гектара земли уже высажено 6 миллионов 214 тысяч саженцев. Таким образом, комплексный план по области выполнен на 100%. Также на брифинге были озвучены проделаны работы по воспроизводству лесов и лесоразведению. Установлено, что по весеннему лесопроизводству лесов 2021 года урожайность саженцев Саксаула средняя, а саженцев Карагаша – около 80%, так как государственное учреждение лесного хозяйства, подведомственное акимату Жамбылской области, в ходе проведения ревизии осенних лесов в осеннее время уточняет вышеизложенные показатели урожайности. Так как в 2022 году запланированы работы по посадке леса на 12 тысячах гектарах, в 2023 году на 17 тысяч, для обеспечения себя саженцами увеличено количество питомников для выращивания 26 гектаров карагача, 180 гектара саксаула, 1,5 гектара хвойных пород, и ежегодно увеличивается объем питомников. Получаемый посадочный материал в среднем составляет 36,1 миллион штук в год. На 2022 год количество посадочного материала составило 19,8 миллионов штук. Стоит отметить, что на сегодняшний день инспекцией реализуются такие ответственные задачи, как формирование и реализация государственной политики в области охраны окружающей среды. В Жамбылской области рациональное использование природных ресурсов, увеличение и охрана лесонасаждений. Дана Самат, Дианур Умбасар, Балнур Берекпай, 77 News.